Эй, Беккет! Удачи, друг! Эпизод 7. Объединение. Давайте не надо. Что за объединение? Тут тоже клоны будут. Беккет, сюда. Нет. Ну-ка. Генератор поля не окажет эффект, на который мы рассчитываем, учитывая последние безумные данные из склепа. Ее уже нельзя удержать, но наверняка можно уничтожить в подходящих условиях. Беккет! Бегу, я просто... Мне броник нужен, Стокс. Подожди немножко. Рада тебя видеть. Боялась, ты не дойдешь. Черт, я боялась, мы сюда не дойдем. Я вообще удивлен, что ты дожила до этого момента. Халфор точно не знал, что случится при появлении Альмы. Надеюсь, не как в фильмах ужасов, когда враг читает твой разум и использует твои глубинные страхи против тебя. Это был не каркай. Что бы ни случилось, знай. Что? Никто не смог бы сделать то, что сделал ты сегодня. Если мы выживем, то только благодаря тебе. Я надеюсь, ты выживешь. Хотя бы. Ни броника, ни аптек. О. Покончим с этим. Не-не-не, подожди. Читаем. Карсон или Карсон? Карсон. Карсон. Вот последние подробности о том, что происходит. Я отправила одного из кандидатов предвестника в КТП и превратила его в маяк для Альмы. Если мне удастся привести его в комплекс для задержания, то я смогу заманить туда Альму и захлопнуть ловушку. Я понимаю твою обиду из-за того несчастного случая, но у нас еще есть шанс на благоприятный исход. Да, мне придется взять на себя часть ответственности за произошедшее, но я уверяю тебя, что действовало только в интересах Армахем. Если ты считаешь, что компания во мне более не нуждается, я покорно уйду в отставку. Мы обсудим все альтернативы после того, как я подчиню Альму. Это она про меня, я так понимаю? Жрец. Поскольку телестезический усилитель на Steel Island усиливает сигнал в 11,6 раз, по сравнению с младшими моделями, используемыми в других лабораториях, необходимо соблюдать дополнительные меры безопасности. Перед включением ограничителя Хелфорда убедитесь в том, что устройство полностью заряжено. Даже малейшее отклонение силового потока во время инициализации способно спровоцировать спонтанный выброс ненаправленной телестезической энергии субъектом, что может привести к ранению или гибели людей, находящихся в тестовом зале. Паскудный день! Согласен. Чё ты Почему делаешь? Ты задом идешь? Вперед, открой шлюп! Сломалась. А я думаю, почему она тебе пройти не дает? Пойдем внутрь. Я настрою приборы так, как указано в заметках змеиного кулака. А ты давай пока включи усилитель. Забавно. И без всяких RTX хочу заметить. Супер, опять шлюз. С
современной графикой, конечно, эта игра бы смотрелась очень классно, наверное. Вот, пожалуй, ремастеры, в которые я бы поиграл. Вероятность полномасштабной рассинхронизации мала, однако, если она произойдет, немедленно начните экстренное отключение. Ослабляющее поле не позволит субъекту покинуть комнату телестезического подавления до восстановления синхронизации или смерти субъекта. Комната подавления выдерживает телестезические импульсы вплоть до 4 класса. Не рекомендуется использовать это устройство для телепатов 5 класса и выше. Добраться до телестезического усилителя. Мне в него сесть надо? Угу. Включай терминал. Вот так. Если верить змеиному кулаку... Сейчас она нас оттолкнет. Через несколько минут он выйдет на полную мощность. И сядет вместо нас, да? И усилит себя. Я закреплю ремень. Или нас сейчас суперсолдатом каким-то сделают. Как это вообще работает? Саш, слишком много вопросов. Аристид? Да что с тобой? Надо остановить Альму. Этим я и занимаюсь. Ага. Ну да, она же заманила. Она его поглотит. Тогда изолируем обоих. Вы только что читали про них. Ты совсем охренела? Ты что творишь? Нет. Без Альмы у меня нет преимущества, а без преимущества нет и будущего. Охренеть! Город лежит в руинах, а ты печешься о своем сраном резюме! Послушай! Прислушай. Сделаем так, как сказал Хелл. Мы убьем эту суку. Да, ё-моё. Мне жаль, что так вышло. Правда. Я не злодейка. Просто у меня нет выбора. Вас ждет встреча с судьбой, сержант Беккет. Не заставляйте ее ждать. О, как. Блин, а я привязан. Ой. Подобрана броня. Сейчас будет бой. Реактивировать телестезический усилитель. Что, где? Почему я ей не нужен? Страшный, потому что... Только один рычаг, да? А как получается, что мы там с ней в капсуле сидим, а я тут бегаю? Это игры разума, Саш. Ты же на ментальном уровне тут. Ты же не думаешь, что ты прям куда-то реально перенесся? Тебе нужно бежать. Да вот же он, ага. Сидел. Короче, неважно. Так, а с какого момента? Пойму. После первого рычага.
Ого. Он здесь не то что бесконечно, его тут много. Надо так делать, когда вот это вот. Я хочу умирать медленно, а не быстро. Выстрелов-то нужно. Он может после первого уже рассыпается. Нет. Второй. Она моя! Она не твоя! Вернули. Сейчас, подождите. Мне понравилось. Ах ты. Не успел. Красоту долго так наводил. Перезаряжается. Что там происходит-то? А я и говорю, мы точно там сражаемся-то? По звукам не похоже. Все. Ой. Быстро вы, ребята. Однако, неожиданный финал. Я тебе говорю, тебе там мозг вытрахали. Просто. Так нет, ну просто смысл в чем, что мы там сидели в заперти, сражались, просто так она нас отвлекала там. Да блин, Саш, ну ты серьезно, что ли? Она мертва. Ну... У нее просто оболочка осталась, она тебе мозг выносила. Ну, по идее, да, но... Ну... Ну, не знаю, не знаю. У тебя там теперь какое-то ментальное чадо. Что-то я сломался немножко на финале. Будет интересно посмотреть Реборн. Потому что там, по-моему, продолжение идет, второй части аж говорили. И как бы приквел к третьей части. Мне хочется поиграть в третью часть. Я в самом начале игры сказала, что...
Она на тебя глаз положила. Да, кстати, сегодня день защиты детей. К слову. Ну, отлично. Ну и вообще, в принципе, ты как был там бронированный в костюмчике? И в целом не очень... Так она же ментально меня там... Ну, а ты-то про что говоришь? Я тебе говорю, что тебе мозг вынесли. В буквальном смысле слова. Не, на самом деле вторая часть на какие-то вопросы ответила, но что-то даже добавила в итоге. Вопросов стало больше частично. Так, ну это после каждой части так. Не, ну как бы иногда итоги как-то подводятся, а тут так закончили, что непонятно, как закончили все-таки.